И за последние 10 лет здесь не производилось ни капитальных, ни текущих ремонтов. Площади не соответствуют санитарным нормам. Харьковский областной онкоцентр – это единственный центр в Украине, где нет современного здания. Абсолютно все области имеют новые современные онкоцентры или онкодиспансеры, как правило. По СНИПам там 7-8 квадратных метров на человека должно быть в палате. Вот мы в данном случае имеем максимум 3-4. То есть у нас площади просто не позволяют. Вот 25 лет планируется постоянно открытие нового центра. Уже писали планы, делали какие-то проекты, выбиралась куча мест, где будет новый онкоцентр. Но как-то потом это все не имело продолжения. В связи с отсутствием денег все проекты закрывались. Наша проблема большая. Корпус дневного стационара был построен он в 70-х годах, построен как общежитие для медицинского персонала. Это помещение не предназначено для жилья. У нас лечебный процесс – третий этаж, у нас лечебный процесс – пятый этаж, четвертый этаж – у нас жилье. Несовместимо. Мы обратились в областной совет, если у них возможность будет, чтобы приобрести для этих людей жилье. Даже врачи на свои зарплаты, на какие-то пожертвования сами делали ремонты. И эти ремонты нигде не фиксировались. Факт такой интересный был. Мы установили палату, которая была отремонтирован за свои деньги зам директора Ефимовой. А когда мы эту палату установили, что там евроремонт, мы ее пригласили, и она добровольно передала бесплатно коммунальному закладу охраны здоровья. Мы даже хотели и грамоту дать. Мы уже проводим ремонты, мы уже деньги, которые мы сэкономили, мы тратим на ремонт крыш, что мы зашли в зиму хорошо. Сейчас меняем окна по мере возможности, потому что окна держатся на гвоздях. То есть окно уже падает, ему гвоздем прибили, хоть как-то, чтобы оно держалось. В хирургическом отделении оборудование 61-го года выпуска. И раз писать его не нужно, те говорят, ну, если мы спишем, врачи говорят, да, значит, у нас нечем будет работать. И мы сейчас вот сегодня провели тендер на оборудование, чтобы хотя бы оно хоть как-то подходило к нашим уже стандартам. Аппарат, который излучениями лечит, 58-го года. Пишем письма благотворительным фондам, чтобы нам выделяли деньги или хотя бы оборудованием давали, чтобы уже там пациенты уже хоть как-то нормально лечились. Да, государственные препараты выделяются. Но, например, на сегодняшний день мы получаем препараты по заявке 14-15 год. 16-й год еще не заходили препараты. Пациенты не ждут. Пациенты приобретают препараты за собственные средства. Рак – это очень серьезная болезнь, у которой нет времени ждать. Частично, конечно, расходы пациентов покрываются из бюджета. Это препараты для наркоза, сильнодействующие препараты, которые нельзя приобрести. Это где-то одна, видимо, десятая часть оплачивается бюджетом, и затраты идут, соответственно, по объему операции. Если это идет операция на жизненно важных органах, как желудок, там, легкие, ну, это затраты очень приличные, там 1030, видимо, уходит на приобретение медикаментов. Гинекологические пациенты тратят 4-8 тысяч на приобретение медикаментов. По поводу медпрепаратов. Мы подготавливаем наказ, и согласно этого приказа в каждом отделении будет вывешен список, будут больные, и какие медпрепараты бесплатно выделены государством, за которым мы закупили, чтобы он понимал, что вот у него есть лекарства, он имеет право их получить бесплатно, ему должны это вколоть. И вот мы будем контролировать от начала до конца вот эту всю дорогу этого препарата, чтобы каждый больной получил. Уже есть такие случаи, слава богу, уже и благодарят нас о том, что мы даже не знали, что химиотерапия бесплатная. Да, бюджета мало, да, нам не хватает денежных средств, не можем на всех приобрести. Но хоть какой-то минимум мы приобретали. И раньше, в принципе, приобретение было. Только до пациента бесплатно не доходило. У нас будет и на нашем сайте вывешено все. У нас есть свой сайт. И мы на этом сайте размещаем как и препараты, которые мы закупили, которые мы планируем закупить, и какие-то препараты. Ну, полностью все, и за какие деньги. То есть мы все через Прозоро уже делаем. Минимальные закупки у нас Прозоро. Мне помогают бывшие работники Державной финансовой инспекции.
чтобы ни одна копейка направо, налево не пошла. Мы планируем ввести прозрачную схему нашей работы, как от начала до конца, как и планирование денег, в том числе государственного использования. Любой человек, который зайдет на сайт, однозначно это увидит. Мы получаем компьютеры. Большое спасибо, была городская программа по маммологии. У нас на нашей базе они провели обследование, и за это нам предоставили ноутбук. Мы сразу отдали этот ноутбук врачам. Врачи должны уже все быть с компьютерами, с ноутбуками. Мы поставили на баланс и отдали, они сейчас работают. Несмотря ни на что, мы работаем в абсолютно таком же режиме, как мы и работали. Я имею в виду по лечебной работе. Производятся те же операции, производятся те же обследования. Коллектив практически не изменился по количественному и качественному составу. Но лечение происходит согласно международным стандартам. Количество пролеченных больных в 2015 году по стационару бездневного составило 19 263 человека за 2015 год. За 9 месяцев 2016 – 14 603 человека. Летальность по хирургическому стационару составляет примерно 1,2%. Из них большинство находилось в запущенных стадиях онкологического процесса, третья, четвертая стадия. Нам крайне необходимо современный диагностический центр с современным диагностическим оборудованием. Нам нужно современное лечебное оборудование. В первую очередь это касается оборудования радиологического. Ну и понятно, что надо бы оснастить хорошо операционную, анестезиологию, реанимацию.